Здравствуйте, с вами Вики и мое кулинарное шоу. Выписавшись из больницы после прошлого выпуска, Клайта Гогеновна подала на Хита в суд. И теперь он временно не имеет права заходить на кухню и уж тем более готовить. Поэтому сегодня вместо Хита я пригласила к себе в студию Тору Лайстрайк. Тора, твои подруги сказали мне, что у тебя возникли небольшие проблемы с лишним весом из-за сухого корма. И я... врут они все, нет у меня никаких проблем. В общем, я решила научить тебя готовить диетическое овощное рагу. Оно обязательно поможет похудеть тебе в ж... В общем, оно тебе поможет. Итак, мы начинаем. Для овощного рагу нам понадобится морковь, лук, томат-паста, шампиньоны и растительное масло. Выльем в кастрюлю томат-пасту, прильем немного масла. Оставим на маленьком огне тушиться. Нашинкуем лук. Ты чего ревешь? Лук злой попался. Немного обжарим лук. Добавим в кастрюлю с пастой лук и грибы. Тора, ты нарезала морковь? Давно уже. Вот такой у нас вышло рагу. Ну что ж, будем надеяться, что от рагу попа Торы станет немножечко меньше. Не смей надо мной издеваться.